Итак, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушайте, это всеми любимый Майнкрафт с модом Грейд. Как я люблю это говорить, всегда об этом говорю, за кадром произошли кое-какие глобальные, я бы сказал, изменения. В частности, эти изменения коснулись по большей части модернизации и производства всей базы. Появились здесь какие-то маленькие фермочки, немножко видоизменился весь наш механизм, который мы с вами строили успешно в прошлой серии. Появилась здесь вот такая вот дорога, немножечко разораненная территория, и также появилась парочка ферм. За кадром я походил по этому замку, поизучал его, и оказывается, там есть гигантские подземелья, и что самое для меня интересное было там, это спавнеры. Если я здесь вот так вот спущусь, то я здесь обнаружу оприходованный один из таких спавнеров. Здесь небольшая лутовая, и как раз вот здесь вот виднеются все эти данжи, которые были, и все эти тянулись из того самого замка. Здесь у меня находится спавнер, как ни странно, спавнер визор скелетов, которые у меня успешным образом попадают в трубу с водой. Вот туда вот они складируются, по воде поднимаются вот здесь вот туда наверх, и вот здесь вот приземляются. Таким успешным образом, что у них остается прям минимум хп, я их добиваю. С них самое интересное, что падает гигантское количество лута в плане железных шмоток, которые здесь вот благодаря вентилятору переплавляются, и у меня здесь образуется железо. Но, как показывает практика, этого очень мало. Я всю эту систему запланировал и планировал все это ради визор голов, но почему-то они не падают. Я не знаю почему, возможно из-за того, что они спавнятся в спавнере, из-за этого они не образуются здесь. Ну да и ладно, главное, что приносит здесь большое количество лута, и значит уже ферма была не напрасна. Помимо лута, также приносит мне еще и кучу опыта, благодаря чему у меня получилось зачарить всю броню на приличные чары. Также получилось залутать прикольную кирку и неплохой такой лук. Самое интересное, что позволяет лутать эта ферма, это кучу алмазных шмоток, которые я, в принципе, гипотетически могу и пережаривать. Но, как мне известно, мне не хватает мощности плавилки, которая у меня есть сейчас, для того, чтобы это все в оптимальном варианте пережаривать. И по-хорошему нужно как-то это улучшаться, но я думаю, то, что в этой серии мы постараемся ускорить развитие в этом направлении. Что касается вот этой вот дороги, которая ведет у нас к ферме жителей, именно что к ферме, потому что назвать ее деревней у меня язык не поворачивается. Я хотел ферму жителей показать еще в прошлый раз, но забылось об этом, но ничего страшного. Здесь вот так вот мы спускаемся, здесь обычные жители, которых я размножаю путем давания им еды. Здесь у меня различные фермочки, ну в принципе ничего такого сверхординарного. Все в принципе в пределах нормы, только жители начинают бесконтрольно плодиться, но я думаю, это нормально. Главное, что они размножаются и приносят мне различную кучу всяких разнообразных прикольных инструментов. Именно благодаря ним у меня получилось выторговать золотую морковку, самую лучшую ванильную, наверное, еду, которую можно придумать. Она очень легко получается и много восстанавливает, это гораздо лучше, чем использовать еду из модов, так что пока я буду пользоваться именно ей. Что же касается этого всего механизма, что здесь было изменено? По факту не так много. Я лишь здесь вот немножко видоизменил подачу ламинарий. Они подаются вот здесь вот конвейерным образом. Здесь у меня стоит отдельный вот такой вот вентилятор, который и питает вот эту систему. Единственный минус, как я уже и говорил, все вот это вот производство у нас стоит только потому, что нам не хватает глины, которая здесь вырабатывается благодаря воронкам. У меня есть парочка идей, как от этого избавиться, просто поставить здесь больше вот этих вот собирателей глины. Но я думаю, этим я буду заниматься за кадром, потому что у нас сейчас немножечко другие планы на серию. У меня в планах закончить сегодня вот эту вот первую главу больших стремлений. Для этого нам осталось-то по факту нет ничего. Сделать собиратели травы и всего прочего для того, чтобы получать конвейеризацию. Сделать сдиратели коры, нарезку досок до полублоков, для того, чтобы потом в автоматическом режиме получать вот эти самые кинетические механизмы. Кинетические механизмы у нас создаются, когда мы, получается, полублок любой помещаем на вот такую схему из автоматических использователей. То есть вот здесь вот у нас есть прекрасное пространство, я думаю, у нас много места не займет, для того, чтобы организовать здесь производство этих самых полублоков в автоматическом режиме. Пока что вручную я заберу отсюда немножечко дерева и буду в полуавтоматическом режиме это дерево использовать. Потом, скорее всего, я здесь сделаю какую-нибудь автоматическую ферму этого самого дерева, чтобы с этим особо проблем не возникало и с этим, чтобы потом не заморачиваться особо. Допустим, все дерево у нас хранится в
этом драйвере. Из этого драйвера дерево должно попадать на механическую пилу, которая пока что у нас не запитана. Но ничего страшного, сейчас надо будет запитать. Я думаю, сейчас пока что мы будем питать ее привычным нам способом. А потом, если что, построим такой же ветряк, только немножечко в другой проекции. Пока наша основная задача просто проверить, будет ли это все работать, как это должно работать, потому что никогда я раньше чего подобного не делал. Крутящийся момент у нас сюда передается. Делаем мы здесь вот конвейерную ленту, и по идее у нас пилы должны вращаться. Ну, они меня, по крайней мере, уже дамажат. Хорошо. Теперь же я хочу, допустим, сюда кинуть дерево. Проблема в том, что дерево у нас идет не в том направлении, в котором мне нужно. А это нам значит то, что нужно изменить вращение пил. То есть мы сделаем немножечко проще. Просто разместим вал с другой стороны. По идее, это должно так сработать. Ну-ка, пробуем. Да, все верно. Теперь у нас дерево идет по нужной траектории. Но получается не то, что нам нужно. Так, давайте вот сюда вот поместим фильтр. Будет у нас здесь полублоки. И теперь еще раз пробуем. Берем отсюда доску. Попадает на первую пилу, она становится обтесанной. Попадает на вторую, становится обычной доской. Попадает на третью, и она, по идее, должна пилиться. Все хорошо, только есть один минус, то что у нас все полублоки попадают вот сюда, вот. По-хорошему их здесь буферизовать, но я, пожалуй, этого делать не буду. И буду сразу это все кидать на конвейер. Все замечательно. Как только у нас доходит предмет до конвейера, он не будет идти дальше, пока у нас не израсходуются предметы, которые у нас здесь есть. Это очень хорошо. Все идет пока что по плану. Делаю я конвейер чуть больше. Все, он у нас поехал. Здесь должна быть какая-то буферизация, но об этом позже. Пусть они пока у нас в таком формате идут. Главное, что мы с вами сделали и выполнили квест, вот эти вот три. Создали кору, выполняется нарезку досок. И теперь мы должны создать именно кинетический механизм. Кинетический механизм будет создаваться, когда мы будем андезитовый сплав помещать на воронки. Андезитовый сплав мы будем помещать на два из этих автоматических использователя, а третий будет это все каменной пилой обрабатывать. И теперь сразу что-то идет у нас явно не по плану, потому что немножечко выбивается из представления меня, как это должно у нас происходить. У нас пространство, в принципе, не особо ограничено, так что давайте использовать его не щадя. Здесь вот три блока у нас пойдет на буферизацию на всякий случай. А вот здесь у нас будут стоять три автономных активатора. В этот я запихну пилу, а в эти два мне надо запихнуть именно андезитовый сплав. Что в итоге? Самое сложное здесь было мне придумать, как будет одновременно андезитовый сплав попадать в два автономных активатора. Мне пришлось здесь соорудить вот такую вот замысловатую систему с двумя конвейерами и с драйвером, из которого будет этот самый андезитовый сплав приходить в эти самые автономные активаторы. И по идее, как только я сюда коробку передач втык, все у нас пошло работать, все пошло крутиться, все пошло вертеться. Андезит заполняется в андезитовые вороночки. Остается мне последний ингредиент, это придумать, ну или вернее соорудить, конвейерную линию. Вот эту вот самую, которая будет именно доставлять андезит из вот этой вот системы в драйвер. Но я думаю, с этим проблем особо не возникнет. У нас здесь уже крутящийся момент есть, и все это легко у нас должно сделаться. Все, пошло-поехало. Автоматизация успешно завершена. По крайней мере, вот этой вот части. Сейчас мы должны проверить, как это все будет работать в необходимом нам масштабе. Допустим, я вот сюда вот беру дерево тык и смотрим, как оно у нас пойдет. Полблок у нас получился. Так, смотрим. И ничего не работает. Неужели высота не та? Я думаю, с этим особо бед не будет. Мы просто здесь вот сейчас на одну высоту поднимем и надеюсь, это поможет нам исправить ситуацию. Надеюсь все-таки, что нужно поднять на одну высоту, а не опустить. По-моему, это не так должно работать. Я, конечно, не специалист, но все же. Сейчас, если я сюда кину древесную плиту, то ничего и работать, конечно же, не будет, да? Да, она также проходит. Видимо, все-таки опять не та высота. Сейчас будем пробовать, сейчас будем пытаться. Я дурак. Я абсолютный дурак. Я забыл. С высотой нет проблем. Просто не передал крутящийся момент на автономном активаторе. Я даже ни на секунду не сомневался, что будет именно вот такого рода косяк. Очень максимально тупой. Ладно, сейчас передадим. А вот это явно было не по плану. Не хватает мощности на пилы и на эту систему. Видимо, мне придется вот эту штуку здесь носить с вентилятором в корпусе и делать здесь такую же ветряную мельницу. Я уже все подготовил, в принципе. Мне до последнего не хотелось этого делать. Причем, кстати, я не знаю, по какой причине мне этого делать не хотелось, но тем не менее. Здесь же в этот раз будет у нас ветряная мельница немножко другого формата, как я уже и говорил. Она у нас будет вертикальная. Примерно как-то так это выглядит. Здесь лопастей уже больше, чем на той мельнице. Это все уже успешно работает и крутится, причем, ну, с неплохой такой скоростью, меня устраивает. Главное, что крутящийся момент мы сюда передали. Здесь у нас все запитано. И, по идее, давайте проверять. Кидаю вот сюда вот дубовую плиту.
и все пошло работать, все успешно. Сдается, но скорость до безумия маленькая. Конечно же, меня это не устроит. Сейчас я сбегаю за буферизацией, буферизую и будем с вами увеличивать скорость, но уже по старой отработанной схеме, которой, я думаю, проблем у нас не будет абсолютно никаких. Как и раньше, я размещаю здесь вот драйвер, в него я засовываю дубовые плиты и тыкаю таким вот ключиком, который крафтится очень легко, для того, чтобы даже когда дубовые плиты отсюда уйдут полностью, механизм продолжит свою работу. И теперь мне нужно создать что-то наподобие вот здесь вот, скажем, вот в таком вот варианте, когда даже у нас вот эта вся машина будет дорабатывать свой ресурс, здесь у нас будут появляться кинетические механизмы. Теперь же мы, получается, просто берем и ставим здесь галочку «Выполняя тем самым квест». Получается, мы завершаем конвейер-романию, и осталось нам только глава 1 завершается. Также игра нам здесь советует посмотреть по заводу, поизучать его немножечко и посмотреть, есть ли узкие горлышки, особенно в плане производства песка. Видимо, разработчики этой модификации знали, какие проблемы будут у игроков, и то, что проблемы с песком обязательно будут. У нас есть какие-то проблемы с песком, но этим я буду заниматься за кадром, поскольку это не особо интересно. По идее, от нас больше в первой главе ничего не требуется. Я забираю здесь андезитовую машину, и тем самым глава 1 у нас полностью завершена. Пока что я никакие награды здесь не забираю, да в принципе это не особо нужно. Так, у нас вкладочка обзор. Давно она здесь была, но только сейчас мы до нее дошли. Резиновый магнат. После нажатия галочки выше будут открыты дополнительные задания. Давайте. Мне интересно, что это такое. Ага, а вот и дополнительные задания. Подождите, нарубите. Нам предлагают здесь делать соковыжиматели в количестве 4 штук для того, чтобы производить смолу. Но как бы мы уже сделали соковыжиматели здесь. 3 штучки. Ну ладно, давайте делаем еще 4-й. В принципе, мне не жалко. Для того, чтобы завершить квест, нужно именно 4. Соединяем. Завершаем тем самым квест. Возьму я сейчас себе еще немножечко труб. И раз нам сказал квест сделать 4, значит у нас будет 4. Хотя я слабо представляю зачем. Я их здесь себе размещаю. Трубами я тоже их здесь себе соединяю. Теперь у нас это работает. Не сказал бы, что более компактно, но зато работает. По квестам, то есть, это у нас выполняется. Так, резину собирать и получать смолу я тоже уже сделал давным-давно. И мне нужно, наконец, сырую смолу в автоматическом режиме вулканизировать. Ну, это парочка вентиляторов, в принципе, несложно. У нас уже есть отработанная схема, как это делается. Только я боюсь, мне для этого потребуется еще и лава здесь, но, блин. Так, лаву я, получается, здесь себе размещаю. Поток у нас есть, но он очень слабый. Но по факту, если посмотреть, нам этот большой поток здесь и не нужен. Если уж по-честному. И сейчас я как раз объясню, почему. Мне здесь опять потребуется вот этот вот драйвер. Я его делаю сюда с кдыщ. Мне нужно немножечко вот эту вот резину сюда положить. И сюда я размещаю андезитовую вороночку. По идее, у нас должно все это работать. И вот эта вот резина должна вулканизироваться и отправляться непосредственно в драйвер. Не обожженная древесина сюда не попадет. Поэтому нам особо пофиг на скорость, с которой это все будет пережариваться. Главное, что это все пережаривается, и у нас есть в неограниченном запасе эта вулканизированная резина, из которой мы делаем конвейеры. То есть успешно этот квест мы завершаем. Так, следующий называется «Все запечатали». Но это просто кинетический механизм плюс несколько штук вулканизированной резины. Это очень легко. Я хотел бы здесь немножечко видоизменить систему. Именно вот эту вот дубовую штуку, которая здесь размещена. И чтобы все-таки у нас андезитовые механизмы производились, а не просто так простаивали. Для этого мне просто нужно здесь, по идее, разместить вороночку. Все это пошло в автоматическом режиме. Потом я вот здесь вот делаю какую-нибудь ферму небольшую, которая будет у нас производить дерево. Отсортирую здесь палки, яблоки и прочее от древесины. И сделаю сюда вот какие-нибудь конвейеры, которые будут производить дерево. Сейчас это, я думаю, не особо интересно будет, поскольку у нас там есть такая же схема. И в этом абсолютно никакой необходимости у нас нету сейчас прямо. Кинетические механизмы я пока забираю вот в таком количестве, в котором есть, а потом дальше посмотрим. Резины, конечно же, у меня мало, но куда деваться. Вот эти вот герметичные механизмы я тоже делал. В ручном варианте можно, без сомнений, можно объединить, чтобы это все производилось, но пока не нужно. Думаю, это очень легкий крафт, и я не думаю, что их так много нужно будет куда-то, что прям вот необходимо их крафтить по КД. Так что мне несложно будет их и вручную скрафтить, в принципе. А по квестам дальше нам предлагают сделать бонус 1А. Нам предлагают сделать медную машину. Хорошо. Медная машина делается из медного корпуса, но это медный век. Ура! Мы завершаем, получается, полностью первую главу.
И таким образом, все, первый квест завершен. Нам говорят здесь то, что мы обязательно скажем себе спасибо за то, что мы такие молодцы и все здесь успешно завершили. Ну а дальше нам нужно сделать манящие целесообразности. Манящая целесообразность откроет нам вторую главу. Вторая глава посвящена целиком и полностью латунным механизмам, именно работы с редстоунами и так далее. Как здесь все выглядит очень страшно. Как раз целью второй главы будет автоматизировать, как тут говорят, электронные трубки. Я сейчас, в принципе, не хочу торопиться и начинать вторую главу. У нас еще с первой не все так успешно завершено. Я давным-давно хочу сделать себе контроллер плавилки, который крафтится, в принципе, достаточно легко. И скрафтить мы его можем именно сейчас, благодаря вот этим вот герметичным механизмам и обычным серит-блокам. Очень классный механизм, благодаря которому мы сможем себе сделать нормальную печку из тинкер-констракта. Да, нам говорят то, что машина еще не завершена, но сейчас мы с вами все это завершим. Помимо вот этой вот штуки, теперь мы сможем нормально обрабатывать ресурсы и удваивать их. Не получать один к одному, как вот с помощью вот этой вот, а именно удваивать. Хотя по факту я не знаю, куда мне сейчас нужны эти самые ресурсы, если их и так сильно хватает. Мне нужно сейчас себе сделать побольше серед блоков, вот этих вот кирпичиков, то есть мне нужен песок, гравий и глина. Ну, как-то так. Плавильня завершена, по идее, должна быть. По идее, она должна нам уже плавить какие-то предметы, если мы их сюда поместим, и они будут здесь пережариваться. Давайте как раз попробуем испытать эту новую печку в деле. Я бегаю по Аду, здесь себе надыбал немножечко кабальдитовой руды. Просто она валялась везде и всюду. И как раз прекрасная, по-моему, возможность сейчас ее использовать. Хочу я, допустим, создать себе новое изголовье для своей кирки из кобальта. Так, я его кидаю сюда. Он начал у нас здесь пережариваться. Главное, чтобы хватило лавы. И, конечно же, как я мог забыть о том, что мне понадобится здесь себе и золото в обязательном порядке. Не может быть расплавлен, что? А, наверное, я его сначала должен передробить, а потом расплавить. Только если в таком варианте. Но давайте сначала раздробим. Пыль уже здесь дробится. Хорошо. Я же теперь должен сделать себе форму для заливки. Именно кирки. С помощью золота я себе это делаю. И теперь с помощью кобальта я хочу создать себе наголовье для кирки. Оп, забрали. Пожалуй, еще сейчас себе одно создам. И еще я хочу создать себе вот это вот наголовье для топора, с помощью которого, в принципе, я все это и сделаю себе. Именно улучшу моток. Так, насчет кирки, которая у меня здесь валяется, которая зачарована на удачу 2, благодаря вот этой вот книжечке, благодаря вот этим зачарованиям, они, в принципе, не сложные, все, кроме третьего, которая требует от нас кроличью лапку, которую у меня просто-напросто нет. Так, эту кирку я сюда, кабальдитовую насадку на эту кирку я тоже делаю сюда, бам. И кирка из кабальдита у нас полностью готова. Прочность у нее теперь 1300. И, по идее, это должно было дать ей нехилый буст в плане скорости копания. Ну, копает она не так быстро, как хотелось бы, на самом деле. Я вам так скажу. А насчет алмазной? Ну да, алмазная копает гораздо быстрее. Не добился я того эффекта, которого хотел. Что меня, на самом деле, печалит и удивляет. Но ничего страшного. У этой кирки, получается, не осталось ни одного улучшения, которое я могу в нее запихнуть. В принципе, она получается особо бесполезна нам в таком варианте. Зачем она тогда такая нам нужна, я не понимаю. И последнее, что я здесь хочу сделать, это ремонтные наборы из кобальта. Потому что кобальтовые вещи нужно как-то чинить. Моток плюс наголовье для кирки. И сразу же нацепить мне кобальдитовую насадку на топор мне не дается. А по очереди все очень дается. Прочность у него, заметьте, выросла практически в 2 раза. Это просто вау. Урон, конечно, остался слабый. Ладно, это ничего страшного. А, стоп! Я забыл основное. Я забыл, зачем я, в принципе, хотел все это делать. Я хотел сделать себе нормальный меч, потому что вот этот вот меня абсолютно не устраивает. Это я заговорился с вами. Я надеюсь, у меня там кобальта осталось чуть-чуть хотя бы, чтобы я это смог сделать. Все, я выплавил. Теперь у меня точно кобальта не осталось. И я все это сделал буквально из 10 слитков. Я думаю, то, что мы как-нибудь пойдем обязательно с вами вместе в ад, и уже там все мы с вами выясним точно и 100%. Получается, я себе в качестве ручки сюда засовываю это, да? Не хотелось бы сначала в качестве ручки, я хотел бы использовать как вот это вот перекрестие, но по факту это ничего не изменило бы. Ну да и ладно, а само острие у нас атака вырастает до 8.25. А что-нибудь вот этот кокарда нам дает? Скорость копания только увеличивает, и все. Ну а скорость копания на мече не должна быть. Ладно, если что... Вот эту вот штуку можно пустить в любом случае обратно в расход. Если что, ее обратно переплавим. Теперь у меня есть более-менее суперские инструменты. Хотелось бы лучше, но, увы, имеем, что имеем. И тогда на этом моменте мы будем с вами потихонечку заканчивать. Нас впереди ждет еще вторая целая глава. Новые приключения и новые возможности. Ну, и тогда на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. И еще услышимся.